Сегодня в Москве завершился ежегодный форум транспортной недели. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, принявший участие в работе форума, заявил о начале строительства моста через Обь между городами Салехард и Лабытнанги уже этой зимой. Реальность планов подтверждает концессионное соглашение о строительстве объектов северного широтного хода. Подписание этого соглашения ямальский губернатор назвал долгожданным событием. Мы рады, что этот год ознаменовался очень долгожданными событиями. У нас прошло официальное подписание концессии, и сейчас мы находимся в очень активной стадии ее реализации. Делаем все, чтобы в эту зиму со льда начать строительство самого сложного инженерного объекта Обского моста. Строительство моста будет проведено за счет средств федерального бюджета, государственных компаний и частных инвесторов. Финансирование автомобильного сообщения в рамках проекта берет на себя регион. У нас есть наша региональная составляющая, мы запланировали мост совмещенный, потому что помимо бизнес-компонента, железной дороги, которая зарабатывает, и мы прекрасно понимаем тарифные решения, груз, который поедет, у нас есть социальная составляющая, мы хотим связать два берега автомобильным сообщением, и эту миссию берет на себя регион.